Перед просмотром данного видеоролика рекомендую подписаться на канал Сергея Избро. На канале уже 10 подписчиков, и если подпишетесь на канал, то вы, конечно, поможете развиться автору этого канала. Но о канале еще рано говорить, потому что на нем всего лишь 2 видео. Но автор этого канала планирует снимать видео про Minecraft, PlayStation, а также обзор разных Android игр. Поэтому ставьте ему лайки и подписывайтесь на канал, а ссылка, как всегда, будет в описании. Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня я покажу вам мод на новых криперов для Майнкрафта Pocket Edition. Но после установки этого мода, как вы понимаете, в нашем мире появляется новый крипер, который сможет встретить в режиме выживания или заспавнить с помощью креатива. Ну что ж, первым нашим крипером будет вот такой, вот такой кексовый крипер. Выглядит он так, если вы его убьете, то с него, конечно, выпадут торты, да. Не кексы, а торты, к сожалению, так. Так, наверное, мы так его будем убивать долго. Давайте возьмем алмазный меч. Так, где ты, дружок? А вот ты у нас. Давай, и, как видите, с ним выпал порох. И, конечно, тортики. Даже на этот гигант-крипер отличается он только взрывом. Ну и, конечно, размером. Да, вот такой большой, прям огроменный. Дальше у нас идет дружелюбный крипер. И его вы сможете даже приручить. Как настоящую собаку. И она будет вам служить. То есть он, крипер, ведь он... Получается, он будет вам служить. Так, сейчас он вроде у нас стоит. Нет. Так, все сидим. А, вот. Подождите, я перепутал кнопки. Все, сидим. Дальше это ледяной крипер. Если его убиваете, то с него падает снег. И, конечно, лед. Как видите, с него выпал лед, о котором я только что говорил. Дальше у нас идет вот такой огненный крипер. И, к сожалению, когда вы убиваете, с него ничего не дропается. Но когда он взрывается, с него... Или он образует довольно огненную воронку. Это вот такой эндер-крипер, который при ударе будет телепортироваться. Ну и без удара он тоже будет телепортироваться. Так, это у нас идет черный крипер. И если вы убьете, то, по идее, должна появиться ночь. Но, наверное, ночь появляется из-за того, что у меня стоит постоянный день. Так, вот мы уже видели. Это у нас уже солнечный такой крипер. И, то есть, когда вы убиваете, у нас появляется день. Так, вот это убежал. Вот ты. Да, он такой необычный. Ну, наверное, давайте я вам все-таки покажу, как это работает. Для этого я, наверное, переключу режим. Так, все. Что ж, спавним давайте черного крипера, то есть темного, и убиваем его. Так, подождите, я ничего не понимаю, но где... Где? Друзья? Так, я ничего не понимаю. А, наверное, их надо поджечь. Давайте, ладно, возьмем зажигалку. Так, поджигаем. Да, дневной бум, прикольно это звучит. Да, теперь, как видите, наши криперы работают, так? И, как видите, у нас появилась ночь, так что целиком мод рабочий. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.